Я Сенцова Юлия Ивановна, жительница из Кривинского района села Сырымбет. У нас сейчас стоит жара. У нас нет воды питьевой. У нас по 2-3 часа включают, выключают, когда вздумается. У нас за это отвечает человек, который открыл ИП Амантай. Ему же нужно экономить деньги на свет. И он отключает и экономит на свет. Но тем временем он строит, пристраивает себе дом, покупает очень дорогие безделушки своим родным. Покупайте, стройте, гусей выращивайте, для которых нужна вода, и которые вы, кстати, себе это заливаете. Но мы хотим пить, мы хотим умываться, мы хотим подмываться. Видите, я лысая, я переболела коронавирусом. Вы в жару отключаете воду, когда идет эпидемия. Вы что делаете? Уважаемый аким района из Кильдинского, я прошу вас взять это на заметку. Почему он хозяин, барин? Когда захотел, тогда включил. Когда захотел, поменял графики работы. Вы что издеваетесь над людьми, а? Почему издевательство такое идет над людьми? Вы хотите хорошей эпидемии? Здесь она будет. Будет капитально. Потому что я не могу ни умыться, ни ребенка умыть, не подмыть. Да это что это такое? Нету поливной воды. Уже много-много лет нету поливной воды. Когда это кончится? 21 век, когда это кончится? Почему мы живем, зависим от какого-то бая, который взял, оформил ИП, мы ему платим? А кто-то, кстати, ему не платит годами. Богатенькие наши жильцы села, они не платят годами, и он не подает на них суд, он с них ничего не берет, они же богаты, они же друзья. Мы нищеброды платим, но я хочу воду, я готова больше платить, но я хочу воду круглосуточно. Ладно, Бог с ним не круглосуточно, но хотя бы, чтобы часов до 10 вечера. Да что это издевательство над народом такое, а? Постоянно, из года в год. Ну кто он такой, почему? Все акимы пляшут под этим Амантаем, а? Кто он такой? Его сняли, поставили другого, вода была. Опять его вернули, опять воды нету. Да что это, сколько можно это терпеть, а? Кто платит, сидит без воды, кто не платит, им по барабану. Когда это все закончится, а? Пожалуйста, наведите порядок. Сил нету. Где-то воды нету. А вот здесь у нас аж ключ пробивает. Смотрите, класс как идет. Аж вот какой у нас хозяйственник по воде. Зато у нас тут хоть что делай, а? Нормально. Вот она, блин, наша вся вода. Вот она в арыке, блин. Смотрите. Аж бьет, блин, все. Зато люди сидят без воды, без питьевой. Вот нормально, да? Класс у нас. По Карла Маркса.